Пять отжиманий. Мальчики вышли. Михаэла вышла. Приготовили. Стоп. Значит так. Я здесь оставлю эту камеру. А эту камеру на тех, кто отжимается, приседает. Готовы? Внимание, 20 секунд. Начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, стоп. Стоп, все сюда сели, а вы нет. Вы там, вы сюда сели. А вы сюда там нет. Значит, вам следующее задание.
Внимание!
Кто еще? Я. Есть. Кто? Мате? Так. Кто за тебя построится матч? Там или девочки петь? Ставят до пяти. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Мальчики могут уйти туда назад, если туда больше. Так, значит, еще раз. Боец — это человек, который умеет играть. Что волейбол, футбол, шашки, нарды, теннис, карты, обманывать, не обманывать, все, учиться, не учиться. Он все умеет делать. Но без подготовки, даже обманывать не можно. Обманывать нельзя. Тренеры. И классного руководителя, папа с мамой нельзя. И кого еще нельзя? Кого нельзя обманывать? Родственников, кого нельзя? Детей, кого нельзя? Родители, вы что сказали? Бабушек и дедушек, кого нельзя? Друзей, молодец. Больших и маленьких. Больших и маленьких, кого нельзя? Сестер и братьев, да, хорошо. Родители. И бабушек. Так, я не понял, кого сюда обманывают? Никого. Вы такие честные, да? Самая честная группа в мире, а мне? Мирно? Понедельник. Понедельник я вас жду. Сейчас мы...